Не каждая школа может похвастаться собственным стадионом, а 66-я теперь может. Во вторник состоялось торжественное открытие нового спортивного объекта. История стадиона «Юность» печальная. Находясь на балансе завода ИСПО последние 20 лет, площадка была заброшена. Стадион буквально доживал свои дни. Мы с ребятами неоднократно выходили с проектами в городскую администрацию, чтобы стадион восстановили. Но мы понимаем, что в то время были другие заботы и не до стадиона, поэтому мы ждали. И, наконец, дождались, когда администрация города Иваново, депутаты городской думы поняли, что действительно не только для школы, а вообще в нашем микрорайоне, вот в этом, нет таких объектов для спорта детей. Поэтому выделили средства, и вот 2 года мы его строили, создавали этот стадион. Омоложение стадиона заняло порядка 2 лет. Здесь поставили забор, привели в порядок коммуникации, установили новое оборудование. На одном спортобъекте расположились футбольное поле, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута. В бессрочное пользование стадион передали 66-й школе. Теперь здесь будут проходить занятия секций, а также спортивно-массовые мероприятия районного и городского масштаба. Замечательный стадион, на самый разный вкус, на самые разные интересы вы можете сегодня уже здесь увидеть. Городу он обошелся в 6,5 миллионов. Это программа развития малого спорта, дворового спорта, школьного. Она будет у нас постоянно теперь. На несколько лет мы планируем сделать несколько, может быть, 10-12 таких площадок по всему городу. Радует, что несмотря ни на что, у истории стадиона счастливый финал. Он снова юн и готов для воспитания будущих чемпионов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.